Вторая часть видео вас тоже удивит. Мы уверены. Мы вас любим. Саша, привет тебе из Джексонвилла, Флорида, от семьи Дедковых Татьяны и Сергея. Поздравляем тебя с твоим юбилеем. Желаем тебе здоровья, всегда хорошего настроения, счастья, радости всей твоей большой семье, а также успехов и удачи твоим воспитанникам. И исполнение всех твоих желаний. С днем рождения. С днем рождения, Саша. Здравствуй, Александр Васильевич. Пользуясь случаем, хочу поздравить тебя с днем рождения. Здоровья тебе крепкого и творческих успехов. Извини, что лично не смог присутствовать. Ну, сам понимаешь, наша жизнь нам не подвластна иногда. Вот. А тебе, дай Бог, еще покорять вершины спорта. И самое главное, здоровья тебе. Здоровья. Обнимаю. Hi, greetings from Sweden. Hi, Sasha. Sasha, с днем рождения. Happy birthday, Sasha. I hope you have a fantastic time with friends and family. Have a great day. Bye. Bye. Дорогой Сашенька, приветствую тебя из нашей солнечной Калифорнии. Хочу поздравить тебя с днем рождения, пожелать огромного здоровья, новых талантливых учеников, успехов в любимой гимнастике, счастья твоим дочкам, красавицам, и проводить как можно больше времени с твоими замечательными мальчиками, внучатками. А также желаю тебе много радостных и счастливых дней с твоей любимой женой Верочкой. Спасибо тебе за то внимание, которое ты нам оказываешь, когда мы с Вивочкой приезжаем к тебе в Лос-Анджелес. Большой тебе привет от всей нашей семьи, дочки Влады, зятя Томаса и моей любимой внученьки Вивьены. Спасибо тебе за все. С днем рождения, Сашенька! Дорогой Александр, я хочу вас поздравить с днем рождения. Желаю вам счастья, здоровья и любви. Я очень вас хочу попросить, чтобы вы передали привет Вере. И желаю вам того, чтобы у вас всегда в жизни была удача, любовь и, самое главное, здоровье. Люблю Виву. Большой привет из Штутгарта. Саша, в день твоего юбилея Анатолий и я поздравляем тебя и желаем в жизни много незабываемых моментов, которые бы тебя вдохновляли, в трудную минуту поддерживали и подвигали на творчество. Ну а больше всего, конечно, здоровья, безоблачного неба и любви твоих близких. Наши года, наше богатство. Будь богат. Дорогой Александр Васильевич, поздравляю вас с юбилеем. И, конечно же, на первом месте желаю я вам здоровья и благополучия в семье. А также, чтобы работа вас радовала, чтобы близкие вас любили. И также очень интересно проходило то, что вокруг вас есть. С днем рождения вас! Александр Васильевич, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам всего-всего самого-самого наилучшего. Здоровья вам самое главное и вам грандиозных побед. Все, крепко вас обнимаю, обнимаю всем. Всем огромный привет Лене Лебедевой, Саше Сорокиной и Жене Кузнецовой. Все, бай, еще раз поздравляю вас. Бай-бай. Дорогой Александр Васильевич, поздравляю с юбилеем. Счастья, радости желаю и терпения, как всегда. Чтобы дети вас любили и медали приносили. А медаль должна быть одна, олимпийская, как всегда. Поздравляю и скорее. Любимый Александр Васильевич, я вас люблю. А
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alex. Happy birthday to you. Дорогой Александр Васильевич, мы вас поздравляем с днем рождения. Желаю вам всего самого прекрасного. Вы знаете меня давно, когда мне еще было 10 лет. Начала заниматься гимнастикой, выступала, вы нам помогали. Потом время пробежало, и я стала работать. Где? В вашей пушкинской любимой спортивной школе. И также продолжала у вас учиться, как нужно быть тренером, каким нужно быть тренером. Как работать с детьми, как с ними общаться. В общем, научилась всему. Но потом жизнь сложилась так, что моя судьба перенесла меня на далекий туманный Альбинос в Лондон, где вот познакомилась и приобрела свою семью, которая с нами тут сидит. Мы всегда вас ждем в гости, всегда любим. Я также продолжаю тут работать гимнастикой, связанной с гимнастикой. Также продолжать традиции российской гимнастики, как это возможно. И мы всегда вас ждем в гости. Так что приезжайте, будем всегда вам рады. А в этот прекрасный день мы хотим вам пожелать всего самого наилучшего. Исполнение всех желаний, чтобы свершались удачи везде и во всем. Наташа? Happy birthday. Thank you, and we hope you have a great day. Yep. Alex, happy birthday, all the best, and I hope you have a really good day today with all your friends and colleagues surrounding you today. Bye! Bye! Bye. Dear Alex, это мой подарок тебе. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. And towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never enough for me, for me, for me. All the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. And towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough, yeah, for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, and never.
Порой мы жалуемся, как строг-тренер, не дает нам ни минуты покоя. Но когда приходит успех, принимаем его строгость как должное. А если тренер не только знает свое дело, но и человек душевный, хороший, самим хочется в азарте поставить мировой рекорд. Сегодня мы поздравляем человека, с которым готовы на многое, и желаем ему всего наилучшего. С днем рождения, тренер!